Здорово всем, ребята, Кентуха на проводе. И прямо сегодня будет просто лютейший трэш, потому что мы с моей девушкой Анеткой. Поздоровайся. Всем привет, с вами я, Анетка. Выполняем просто нереальный челлендж. Я должен говорить абсолютно да на абсолютно любое ее задание. Что бы она ни сказала, я должен всегда говорить да. Если она скажет просто продать весь инвентарь, я должен буду сказать да. Анетушка, любимая, я тебя люблю, ты помнишь, как я хорошо отношусь. Помнишь, как я цветы дарил? Цветы до сих пор есть, правильно? Нет. Да были цветы! Она, первое понимаете? Задание подарить цветы. Без проблем, сейчас будет. Все, стой, 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 стой! Это... Невидимые цветы. Спасибо. Понюхай. Я тебя обожаю! Ну хорошо, Кентусик, я тебя тоже очень сильно люблю. И первое задание, короче, заходи туда в закладку. И того, с чего тебя киляют, ты берешь и покупаешь в 100 раз дороже. Сколько? Подожди, сколько раундов? Может хотя бы немного, пожалуйста? 4 раунда, давай 4 раунда. Да только начало, а что будет дальше? А что будет дальше, женщина? Скажи мне, ты нормально вообще? Забывай, в 100 раз дороже. Опа, нормально, пробитие есть. Ищи его. Что произошло? Мать моя женщина! Он дефьюзит. О, хорошо. Есть пробитие. Нормально, первый раунд, Паш. Три раунда, не расслабляйся. Три раунда. Просто я понимаю, что если меня мощь даже с обычной рарки, я покупаю скин за раздорожение. А если это рарка статрек? А если это будет аркана? Ой, блин, пацаны, я просто выхожу в детдом. Так, ладно, все, мужики, поехали. 5-3, нормально. Анетка, пожалуйста, можно прикрывать? Ля-ля-ля. Короче, я буду бегать. Смотри, что у меня в ручках, посмотри. Смотри. Выбрось! Что это за срань? Выбрось, женщина! Выбрось! Ты что взяла? Ну, Бетка! Ой-ля-ля, вы посмотрите, что Анетка взяла. Надо им помочь. Так, кому помочь? Я ко мне помочь. Ёхали, бабай! Блин, фомасхул! 50 голды, нормально, фомасхул. Смотри, что лежит, смотри. Не-не-не. Надо им помочь, надо им помочь. Держите. Это вам, ой. Анетка! Так, Анетка. Это вам, держите. Так куда, Анетка, ты чё? Сладенькие. Какие сладенькие, это я сладенький. Держите. Ой, блин. Ох уж эти женщины, куда они лезут? Анетка, я тебе говорю сразу после этого челленджа, мы с тобой очень серьезно поговорим. У тебя ты хаста-трек? Не, я ему отдала, все. Кому? Все. Они подобрали? Да, Кентусик. Ой, ребята, идем, погнали, мужики, кто не подгали, мы на А идем. Обалдеть, так, я понял, короче, я не яха, это не моя. Анетка, а за что так жестоко ко мне? Ну? О, помогите! Да блин! Тише, надеюсь, моя команда справится без меня. Кен, братик, здорово. Да, здорово, братик, помогай, юхали, лопай! Он снизу, подвинься, жирный! Спина! Хана вы, боты! Слышишь? Как РТХ? Меня столько РТХ замочили! Будешь покупать! Еще два раунда! Да? Два раунда! Один раунд, какие два? Один раунд! Вы понимаете, я из-за вас попал нахрен! Сзади нас столько голды, вы мне больше не братики! Замючься! Это просто трындец! Не-не-не-не, я вообще замючу, мне больше не братик! После этого не братик! Друзья. Так, все, ребят, играй на опыте, играй на скиле, поехали, мужики! Опа, голова отлетела. Нормально, ребят, киберспортная жизнь. М16, камуфляж, трындец. Погнали покупать. Это трындец. А как я куплю КРТХ в 100 раз дороже? Мне чепочку продать, откуда? Ты понимаешь, Анетка, эту голду не могу продавать. Это голда, ну я хотел для раздачи голды подписчикам оставить. Что мне делать-то, блин? То есть, смотри, первый скин, с которым меня замочили, это был, сколько? Фомасхул, да? Да, покупаю. Больше. Сейчас, подожди. О, ребят, идеально. 65 голды улетело. М16 камуфляж. Сколько он стоит? А ну. 2 голды! А что так дорого? А как так дорого? Как? Ё-моё, 240 голды! Не, я манал подобные челленджи снимать. Ну, например, давайте MP7 to Ersos с 4 наклеечками. Все, за 250 голды. Пока, пока. Купим.
А теперь мне надо купить скин за 100к голды? Это просто трендит. Анелька, смотри, я реально куплю скин дороже 100к голды. Только можно, ну хотя бы, ну... Хорошо, ставь. Под конец, если все-таки никто не скинет по фул прайсу, ты просто берешь с рынка и покупаешь. Я 100 голды трачу. Это просто трендец. Это фиг. Давай, все, выходи. Я придумала тебе задание. Так. Короче, берешь и покупаешь 3 Фуриоса кейс. Что ты придумала? Если первого кисечка не выпадет аркана, ты дополнительно покупаешь чарпа. С первого? Да. Собирай вещи, и чтобы я тебя не видел вместе с тобой в этой квартире. Что ты сказал? Ари, я тебя люблю, ты самая лучшая. Ты самая лучшая. Показалось, хорошо. Хана, у меня уже 207 тысяч голды, было 220 недавно, куда она все делась? Я был хорошим парнем, я всегда радовал Анетку. Всегда покупал все, что она хочет. Всегда хорошо бедно слился. А вот Анетка, это так, а мне, да? Хорошо, я это запомнил. Что ты сказал? Так, все, можно открывать, правильно? Открывай. Просто трендец. Не выпадай, надо открывать дополнительный чарпак. А, то есть я понимаю, на чарпак попал, да? Перед вами тип, который просрал только что, ребята, 1300 голды, а то и 1500, не знаю, как все это сейчас. Трендец. Приехали. Сейчас все будет, просто смотрим, сейчас все будет. Раз, буст, два, буст, три, буст, четыре, буст. Пожалуйста, Фуриус Кейсичек, умоляю тебя, дай ножичек. Уа, почти. Блин, ты капец. Ну хотя бы 2 легендарки выпало. Просто, ребята, смотри, ну, смотри. Если ты ж не выбьешь легендарку, я тебе такое задание придумала. Придумала. Честно, тебе лучше выбить легендарку. Анетка, я тебе по попе дам после этого видео. Готовься. Изи легендарка. Смотри, ты обижаешь меня. Изи легендарка. Твоя налево. Отлично, кентусик, потому что я тебе придумала. Тебе, кентусик, нужно скрафтить легендарку с оригинальной коллекции. Спасибо, хотя бы легендарки, Стартрек. Не, ну как? Нравится задание? Конечно, очень нравится, я обожаю, это мое любимое задание. Ай, стой, я не 400 тысяч потрачу. Ой, блин, я бот. А, нет, хотя нет, чтоб не потрачу, или потрачу. Так, Анетка, заходим в инвентарь, и у меня 205 тысяч голды. Да ты что, я уже привык, что голда улетает непонятно куда. Все, делаем крафт. Как Анетка и просел. То есть надо, чтобы скрафтилась легендарка с оружия коллекции, правильно? То есть, по идее, я могу сделать даже так. То есть, беру 5 эпиков с другой коллекции и 5 эпиков по 90 гуль, правильно? Но главное, чтобы Origin коллекции скрафт... Да иди, смотри! О, повезло! Я всего лишь 5 скинов потратил и Origin коллекции. Хорошо, Конечно. Я справился. Все хорошо. Я поражаюсь от твоей удачи. Я надеюсь, что вот... Ты напишешь подписчику, он также тебе даст голды, и твоя удача сработает в этом деле. Бро! Любую. Пыжи, дай голды. А, блин, прикинь, я прошу у типа голды, а он сам просит у меня голды, я понял? Значит, у него просит не варик. Мне надо для видео! А сколько голды надо? 10 голды, вообще изи. 10 голды, все. Да, пожалуйста, 10 голды. Брат, выручай, братишка. Дай 10 голды. Прошу. Он, как раз, мне тоже написал. Маслята топ. Бро! Дай 10 голды, прошу. Кента, где Анетка? Да в подвале Анетка, блин! Кен, го в попу. Так, это мы осуждаем, это мы приматываем. У тебя осталось 10! Меня купили, я перезагружу. 8! Я тебе отвечаю на лба отвечаю. Купили. Я отвечаю, кто-то купил, 100%. Купил паштет, брат, ты лучше! Ты видел только что, паштет! Надо купить любой скин с наклейкой. Каной и продать за 0.03. Ты нормальный? Так тебе надо, ты покупай. Это просто трендец. С наклейкой арканой. Ой, да. Блин. Да. Давай, MP7 Revel, я тебя прошу. Наклеечка аркана, так. Блин, это будет реально очень-очень дорого. Так, аркана. Да, ребята, это, конечно, трендец. Листай. Так а где мне найти? Я что, на миллионера похож, Анетка, или что? Да. Вот это аркана, 100% помню. Это аркана, вот, 100%, вот. Ну? Это аркана, да я тебе отвечаю на нуба. Да сейчас аркана? За вранье ты поплатишь. Да это аркана, почти. Смотри. Да, аркана, любой пацан сейчас докажет, пацаны. Плюс сейчас это аркана. Хорошо, пусть чат напишет. А мы на
начнем продавать твой инвентарь за твою наглость. Какую заходи, наглость? Заходи в свой инвентарь, заходи, начнем, давайте с малого, начнем с рарки. Давай, любую рарку. Стоп, чего? Стоп. 350 ралли за 0.03. Улетаем, улетаем, да. Улетаем вдаль, улетаем, okay. Да. Молодец, хорошо. О, стоп, 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 стоп. Куда? Заходи, баба, вверх, это вверх. Эпикста трек, UMPC Airbrus. Давай, продавай за 0.03. Нормально за ты придумал. За 0.03 мы начинаем продавать твой инвентарь. А что ты думал? Спасибо тебе, да? Вот эта девушка называется. Стоп! Куда? Вверх. Стоп, 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 стоп. Давай, продавай любой легендар. Давай, вот это, продавай за 0.03. Блин, 40 голды, трындец. Чармсон. Еще выше, выше. Да, аркан, листай до аркан. Стоп! Не-не, ты не посмеешь, ты не посмеешь. Рядом, давай, статрек, статрек, статрек. Давай, давай. 250 голды. Ух ты, давай за 0.03. Стоп, подожди, не продавай, не продавай. Ты что, ты хочешь еще сама словить его? Отобрать у меня скин? Да. Слышь ты, курица! Не наглей. Файм своим вином обнял, приподнял, пока. Хинтусик, спасибо за подарок. Вместо цветов. Я же запомнила. Вверх листаем. Вверх, Даркан, там где твои статрекунички. Ты шутишь? Керамид Голд. Ты шутишь? Не смей, даже не говори Керамид Голд без уважения. Подожди, ты же хочешь продавать? Да, я хочу. Вот и хорошо, стоп. Ну, знаешь, думаю, блин. Чуть-чуть пониже. Стоп, стоп, стоп. Керамид Голд, вот это. Ты не смей, женщина. Давай, заходи, продать. А ты спросил меня, хочу или нет? Ты хочешь? Ты хочешь? Да, хочу. Давай, заходи, быстрее. Подписчики не любят ждать. Быстрее, быстрее, быстрее. Все, быстро, 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 быстро. Ты нормально? 0.03. Я где-то хорошо тасился, я тебе дом отдам. Не смей, не смей, не смей, Анетка, пожалуйста, вспомни все хорошее, что для тебя делал. То есть ничего. Помнишь, я тебе в 93-м году цветы дарил, розы, помнишь? Меня тогда еще не было. Так что... Анетка! Я считаю до 5, и ты продаешь. Раз, два, считай вместе со мной. 3. 4. 5. Продавай! Я не хочу. Ну? Я не хочу, Анетка. Я не хочу. Хорошо. Удаляй стендов! Ты адекватная? А за что? Удаляй стендов! Удаляй! Удаляй стендов 2 навсегда? Навсегда! Это получается, я иду из стендов! Навсегда, Дакин! Пацаны, я вас люблю! Знаете, мужики, это сила! Реально удалять? Да, ну, не, можешь, конечно, его восстановить, но если продашь керамбит голд... Удаляй! 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 Удаляй, Китусик, блин. Пока удалим! А как я буду видео снимать? Как я буду видео снимать? Стоп, 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 стоп! Есть еще одно задание, но не для тебя. Если твои подписчики наберут 10 тысяч лайков, ты можешь обратно установить. Ну как тебе? Пацаны, пацаны, на вас одежда! Прямо сейчас каждый из вас прожали лайк и подписались на мой канал. И на мой второй канал подписались, и на третий канал, Кен Шортс называется, и мой инстаграм. Все, брата, всех обнял, приподнял. Мне нужна ваша помощь, Анетка засранка. Всех люблю, всем удачи. Пожалуйста, прямо сейчас лайк, подписка. Всем пока.